Катя у нас сегодня пытается повторить тренд залезть на лошадь без рук. Давай. Катя у нас хитро опенькая, пытается с высокой лавочки это сделать. Поэтому, а потом мы ей дадим маленькую лавочку. Ага, подальше давай. Надо. Так, рубрика «Манки Си, Манки Ду». Увидели в группе «Старые мельницы». Если лошадь плохо стоит, лучше, чтобы кто-то подержал. Вот так делаем. Дел, стой. Стой. У тебя получилось. Ну, не знаю, давай попробуем с зеленой лавочки. Сейчас пробуем с зеленой лавочки. У Кати сегодня физкультура. А нет, сзади. Ты же стояла ко мне передом, правильно? Нет. Почему? Вот ты так. Меня оттуда снимала. Ну, правильно, белка. А белка стояла туда. Но... Господи, я уже потерялась. Так, мы теперь взяли, подсунули ей, а вам слабо. Лавочку пониже. И повторяем. Ну, блин, тут... Ага, ага. Тут уже будет потяжелее. Потому что шатающаяся лавочка. А как? А ты думаешь, кому легко? Поэтому и дай шатающуюся лавочку. Тебе баланс как раз подправим. Сбалансируешься. Давай, руки за спину. Давай. Вставляем ногу. Вставляем ногу. Ну, но... получилось. Надо лошадь повыше теперь. Усложнить задачу. И чтобы не так спокойно стояла, как белка. Белка. Нет, да? Но если лошадь не стоит, то надо держать, конечно. Стой! Вот почему у Кати получается залазить. Потому что у нее белка стоит самостоятельно. Молодец. Ты моя девочка. Скажи, давай. Что-нибудь вкусное. Все, камера разряжается.